Норвегия построит ветростанции на Херсонщине. Новые ветровые электростанции построят в Херсонской области. Они смогут обеспечить электричеством треть населения региона. Президент Петр Порошенко и глава МИД Норвегии Ина Сириди подписали договор о строительстве комплекса ветровых электростанций в Херсонской области. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил глава государства во время совместного брифинга с Сириди. Отмечается, что ведущую роль в строительстве будет играть норвежская компания NBT. 250 мегаватт электроэнергии, которые способны будут обеспечивать более трети потребителей Херсонской области, дают надежное и эффективное снабжение возобновляемых источников энергии. Второе, что почти 450 миллионов долларов инвестиций, которая также создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительное поступление приложений. И третье, эти 120-метровые гиганты будут расположены буквально в считанных километрах от озера Севаши от оккупированного РФ Крыма, сообщил Порошенко. По словам президента, инвестиция норвежских компаний в нескольких километрах от административной границы с аннексированными территориями является подтверждением того, что эта территория будет освобождена, а Крым будет украинским. Напомним, Ина Сириди находится в Украине уже 3 дня, ранее она посетила Донбасс. Несколькими днями ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Норвегия инвестирует до 400 миллионов евро в возобновляемую энергетику в Украине. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.